Мы наконец поехали же нашим регистратором. Мы теперь будем как люди. Нам его наконец тут ремонтировали. Там была проблема в объективе, да, в камеры. Ну, что-то такое. Вот. Так что у нас сегодня моросит дождь. Мы сейчас съездим, приедем. Сегодня ничего интересного не будет. Мы будем наводить дома порядок, а то что-то у нас что-то в капец. Зонтик, да. Мы вчера купили зонтик. После работы поехали, купили зонтик, потому что был сильный дождь. И мы не знали, как Паше идти с работы домой. Ой, со стоянки, когда он меня забрал. Да. Вот. Так что мы еще хотим потом заехать купить подушки. А что, надо деньги взять? Нет, не взяла. Держи. Все, увидимся с вами попозже. Друзья, мы забыли вам сказать, сейчас наши видео будут выходить немножко реже. Это связано с тем, что у нас, ну, у меня девочка на работе вышла в отпуск, вот, и мы будем, получается, работать практически все дни 3 через 1. Соответственно, как бы 3 дня у меня вообще не будет никакого контента для того, чтобы выкладывать. Смысл снимать то, что я собираюсь еду на работу, тоже нет. Один раз посмотрели, достаточно, они всегда, в принципе, однотипные. Дорога у нас не меняется, как бы, ну, единственное, что иногда теперь Паша будет с утра тоже со мной работать, то есть, вот. Ну, ничего страшного, потом приедут скоро уже у нас девчонки, они уже скоро, совсем-совсем-совсем скоро приезжают, я так соскучилась по ним. Вот, поэтому там мы будем отдыхать с ними, побольше деньков, я бы поменялась, попросилась девочек, поэтому там будут побольше видео, и наконец-то они приедут, я их потискаю. Пожалуйста, вот она, наш мальчик работает, ура! Папа доволен? Теперь как человеки, да? Мы теперь люди-человеки. Так, единственное, что мне не понравилось, гарантию они не продлевают на год, как, ну, то есть у нас поломка была не какая-то там маленькая, они нам поменяли целую плату, то есть, ну, как бы это основа, так скажем, нашего регистратора, да, и продлевают всего на время ремонта, то есть, ну, где-то на месяц нам продлили. Я считаю, что с такими поломками должны давать новую гарантию, да, как новую купили. Ну ладно, будем надеяться, что больше такой поломки у нас не будет. Все, едем за подушками. За арбузиком едем. Едем за арбузом. К нашему дядечке. Да не пипикай, ты вижу я тебя. Смотрите, у нас какая камера. И мы все видим. Видите? Крутяк. Это папа для мамы купил. Мама даже не знала. Кто я такую заказал? Не, ну у нас до этого тоже была просто поменьше. Я имею в виду про задний наш ход. Задний наш ход? Ну так, как он называется? Камера заднего вида. Все, у меня что-то сегодня с головой. Вот. И это папа купил для меня, потому что я один раз в одно зеркало смотрела, в другое не увидела, не посмотрела вовремя, и дядечке въехала немножко в крыло. Вот. И Паша купил для меня камеру заднего вида, чтобы я теперь всегда видела, что у меня происходит сзади. Вот. Теперь удобно, и ему очень нравится. Он тоже всегда теперь видит. Очень, очень удобно выпарковываться, когда вот так вот, когда, ну, в городе с парковок, потому что обзор большой. И как бы ты сидишь сзади, вот мне, допустим, роста не хватает в наше заднее стекло, я не вижу практически ничего. Вот, так как у нас попа немножко высокая, так скажем. А здесь я все вижу. И пешеходов, и машины, и все-все-все. Мы купили две подушки девчонкам. Вот такие они. С одной стороны маленькие бабочки, с другой стороны вот такие яркие. Ну, понятно, что это все равно будет в наволочках, но как бы даже без наволочек будет очень красиво смотреться. Мы купили арбуз. Эх, обманул нас дядечка. Он сказал 16, а тут 15. Ну ладно. Он нам продает сюда вкусные арбузы, поэтому мы не расстроились. И еще купили плед.
Разложи, пожалуйста. Ну, арбуз просто. Арбуз просто громадный. Громадный. О, какой. О. А еще мы купили плед девчонкам. Вот так вот его прямо накинь на диван. Вот такой. Hello Kitty. Взяли коричневый. Ну, помните, да, что у нас там шкаф коричневый, кровать светлая с коричневой отделкой. Поэтому мы думаем, что он будет там хорошо в интерьере. Плед по качеству почти как наш, только наш плотный. А этот, ну, этот, кстати, достаточно не сильно тонкий. То есть им можно будет и укрываться. Он прям хороший. У нас просто тот двойной, наверное, поэтому он такой плотный. Ну вот, наши покупки. Девчонкам подарки на дни рождения. Думаю, им все понравится. Ого-го! У нас пошел дождь, но мы успели вернуться. Посмотрите. Да, а что ты делаешь? Детским садом. Ты решил собрать Иринин пазл? Я сажусь кушать арбузик. Мы сегодня купили у нашего мужичка, у которого мы всегда покупаем. Он просто сладкий, вкусный. При этом он не совсем прям красный-красный, то есть он, ну, видите, да, он такой не очень красный, но сладкий, прям сахарный. Вообще вкусный. Вот. Паша у нас собирает пазлы. Это вот такой серии. У нас их уже целая коллекция. У нас их получается 5. Там, по-моему, еще 2 или 3 картинки осталось. А что, без картинки слабо? Да. Так, Паш собрал. О, какая клевая картинка. Сидит довольный, как будто бы не пазл собрал, я не знаю. Обои наклеил в всей комнате. Не, молодец, картинка сложная. Это первая, которую Арина собирала, она ей понравилась. Потом мы купили вот такую. Вот такую полегче для ребенка. Вот такая. Ну и вот, которую Паша собрал. Она тоже потяжелее. То есть вот как бы две полегче, две посложнее купили. Я пока Полинке зайти. Да, Полина уже сегодня расстроилась. Такая, а что, мне пазлы не купили? Как будто бы я... Как будто они где-то раздельно их, это... Живут не вместе. Я говорю, так вместе собирать будете. Так что вот. Ну что, мои хорошие, мы будем с вами прощаться. Я сейчас сяду, смонтирую видео.